Начали. Ну, я директор и руководитель организации «Остинэк» в городе Тамбове, который выполняет строительно-монтажные работы. Работа очень подвижная, очень ответственная, выполняем большие государственные контракты. И я долгое время страдала, ну, болезнью позвоночника, будем говорить. У меня обследование показало 7, ну, в разных отделах позвоночника грыж позвоночных. Ну, практически не ходила, вставала с кровати с трудом, сползала, подняться по лестнице не могла, обследование во всех больницах проходила, куча истрачено было денег, истрачено было времени, сил, ну, в общем, всего много. Пока не предложили стул, сиденье. Сперва я купила сиденье, начала на нем сидеть, буквально через 3 дня я стала вставать с кровати, то есть мне стало лучше. И все время на работе, когда я нахожусь в офисе, я сижу на этом сиденье. Потом приобрела себе стул отдельный, потому что сиденье, стул, оно шатается и не очень удобно на работе. И на этом стуле я сижу уже, наверное, 1,5 года. При последнем обследовании мне показали, что позвоночные грызы ушли. Есть там шейный позвонок, есть отклонение. Но из 7 осталась вот одна какая-то там небольшая проблема, которая меня, будем говорить, не так волнует, и будем надеяться, что и она рассосется. Много у меня знакомых, друзей, которые тоже, я видя мое положение, что я начала не только сидеть, ходить, вставать, я начала ухаживать на даче, у меня большое количество цветов, с питомником переписываюсь, езжу по выставке цветов, я за ним начала ухаживать, у меня дома собрано на участке около дома, наверное, 600 видов всяких цветов. Есть уникальные в том числе. Это нужна работа, здоровье, это нужно движение, постоянно за ними уход. И я стала этим заниматься, потому что это отдушина, это любовь к этому делу, это флористика. Ну, вот для меня это составляет удовольствие. Я очень благодарна тому, что я вот благодаря этому сидению приобрела подвижность, вернулась к жизни. И самое главное, что без всяких дополнительных затрат. Потому что в аптеке я каждый месяц раньше тратила десятками тысяч денег на витамины и все. И потом я уже поняла, что позвоночник не лечится лекарствами, а лечится движением, лечится гимнастикой. И лекарства, витамины, все это просто, будем говорить, ну, может, мне неприятно так говорить, но это врачебный развод. Выкидывание денег, уколы их особенно, вот эти все обезболивающие. Ну, какой-то период обезболивает, но у него уходит проблема. А стул дает каждодневную тренировку. И вот я, по крайней мере, себя чувствую себя хорошо. И всем, кого я знаю, советую. Никто не пожалеет, если захочет следить за своим здоровьем.